Всем привет! Такой пилотный выпуск. Я сейчас в Строгино. Хочу немножко здесь покататься. Вот такой пилотный выпуск. Заснять. Сегодня у нас, как всегда, тепло. Обещают до 17. Как выходим к холодильнику. Отдыхаем. Значит, так. Ветерок всегда присутствует. Ну, что делать? Плюс все-таки едем. Летом в целом.
Так, ну сейчас заедем еще в одно место. Он тоже так может гулять. Правда, в том году там была плитка уже разбита. Ну, посмотрим сейчас. Сгоняем. Для отдыха вообще-то. Лавочки. Да, опять какой-то ремонт. Пока не поедешь, ничего не узнаешь. Мосгаз, реконструкция. Ага. Видать, Строгино хотят на газ пересадить. Строгино, если что, газа нет. Там электрические плиты. Ну, на самом деле, кто живет в Строгино, те, конечно, знают, что газа в Строгино нет.
катаюсь. Отдохнул, позагорал. Такой видос получился. Всем спасибо. До следующих велопокатушек.